Последний звонок прозвенел 25 мая в ульяновских школах для 2778 выпускников. В учебных учреждениях в этот день проводились традиционные линейки и чествования лучших школьников. 23 июня на площади Ленина состоится областной школьный выпускной с участием звезд российской эстрады. У Императорского моста появится новый цветник. В настоящий момент на месте выполняется планировка участка. Потом специалисты профильного муниципального предприятия смогут приступить к посадке 18 тысяч сальвий и благоустройству территории с использованием топиарных фигур и мраморной крошки. На улице Корсунской установят светофор. Регулируемый пешеходный переход появится возле Центральной городской библиотеки имени Гончарова. Сейчас ведется асфальтирование подходов, после чего переход оборудуют перильными ограждениями.